Стадион «Комвольщик» жители Бежицы ждут с нетерпением. Настолько, что даже на еще строящемся объекте занимаются спортом и сдают нормы ГТО. Предыдущий подрядчик выбился из всех сроков. Контракт с ним пришлось разорвать. Доделывает работу дорожное управление Брянска. Дорожники перекладывают ливневую канализацию по периметру стадиона, укладывают тротуарную плитку. Строителям надо еще исправить ошибки предыдущего подрядчика. Бетонное основание залито криво, а на трибунах под сиденьями нет уклона. Поэтому после дождей здесь скапливается вода. Рабочие заменят забор, установят освещение и видеокамеры. В общем, фронт работ немаленький. Вы видите, в каком состоянии находится беговая дорожка. Она хорошая, она профессиональная, она качественно выполнена. Сегодня только вопрос этого стадиона, трибун, которые нам обещают сделать в течение месяца, доделать все эти работы. И я думаю, что долгожданный «Комвольщик», который уже 3 года его здесь строят, сегодня мы уже вышли на финишную прямую, и через месяц, ну, максимум полтора, мы здесь прирежем ленточку. Предыдущий подрядчик обязательства выполняет. Привез 20 тонн резиновой крошки для стадиона. При этом руководство спорткомбината «Десна» планирует засыпать еще 60 тонн крошки и расчесать искусственный газон. Небольшим бонусом станет новая спортивная площадка рядом со стадионом. Ее не было в смете. Это уже мы, скажем так, сами делаем, чтобы был комплекс, ну, похож на комплекс, чтобы разные группы населения занимались разными видами спорта. Официально стадион откроют летом. Спортобъект будет соответствовать всем нормам для проведения крупных соревнований. Дмитрий Газин, Александр Власов, Анатолий Чекрыгин, Брянск.